Всем привет, с вами Алиса. Сегодня мы будем делать эксперимент. Посмотрим, что будет с молоком, с красителем, если туда опустить фейри. Ну что ж, начнем. Первое дело, мы должны налить молоко. Вот так. Нальем немного красителя. Можно гуашь или акрил. Теперь берем самое главное. Вот палочку. И наносим туда фейри. И... Вау! Какие рисунки красивые получаются. Сегодня у нас был эксперимент. Молоко с красителем и фейри. Подписывайтесь на канал и ставьте свои лайки. Всем пока!